Еще мне очень нравится в месте, где я живу. И я видел много людей, уверенных в себе, даже с небольшим достатком. Уверенных в себе людей с уверенным взглядом, выполняющие ответственно свою работу. Неважно какую, хоть ты мясо режь на рынке, но от этого человека то просто серьезная энергетика. Я не знаю, кто придумал этот мир. Я вообще многого не знаю. Я еще слишком молод, чтобы вам что-то советовать. Но слишком стар, чтобы молчать, ребята. Что-то все же надо говорить. Найдите этот баланс. Найдите его, пожалуйста, и у вас будет счастье. Я не знаю, кто придумал этот мир, каким он был и когда он стал таким. На самом деле, не самый лучший мир, в котором можно было родиться. Жить среди людей, вы понимаете, у каждого свои тараканы, у каждого свои заморочки, хрен пойми, доверять ему, не доверять. Тем более в такое время, в спокойное время, когда человек не может никак себя проявить. Но зато я знаю, что, и я всегда знал, ребята, я не хотел никогда заработать бабок. Я просто хотел быть на своем месте всю жизнь. И каждую гребаную минуту не жалеть о том, что она происходит, ребята. Я просто хотел быть на своем месте. И я знаю, что мне для счастья нужно. Жить в кайф и родное не путать с чужим. Строится метро, дома растут, кружевка цветет, луи нет салют. В сторону кольца на пару с облезлым рыжим котом. Берег.